Мы упираемся рукой. Посмотрите как. Представляем вот эту руку. Это фрейм. Вот. Я поворачиваюсь и разворачиваюсь. Он делает опять, не торопясь. И кроссинг пресс. Шея. Четвереньки. Разворот. Очень простое движение. Черепах, разворот. Еще раз. В таком режиме сейчас и будем работать. Он медленно пошел. Я повернулся. На локоть уперся правой руки. Встал на четвереньки. Закрутился через плечо. Внимание! Как я кувыркаюсь? Я стою на четвереньках. Голову поворачиваю от противника. Видите, что я сделал? Я лезу сам под себя. Там. Иначе, если я сделаю кувырок, я укачусь туда. Я должен крутиться вокруг него. Еще раз с вами покажу. Итак, не кроссинг пресс. Чик, уперлись. Оп. Оп. Не врежьте товарищу ногой по балде, поэтому большая такая как траектория, серьезно. Разобрались по парам, на удобную сторону координируем. Сначала вроде бы сайт контроль. Казалось бы, это проход каждый. Но нет, если была черепаха, хоть на какой-то мгновение, то это прямо. И поэтому таким образом мы крадем у противника 3 балла. Очень хорошо делает Федотов. Его проходит, он там черепаху, бум. Или его даже раскатали в сайт. Ну и что, раскатали с одной отдачи. Ну, понимаете? И поэтому черепаха — это хороший способ защиты от большого набора баллов оппонента. Проходит он экспрессом, каким бам, сразу сюда. Он бумбас раскатал. Все, дружочек, только преимущество. Он наберет 1000 преимуществ, вы сделаете один свип и обыграете его. Это тактика, об этом важно помнить.